Как правильно красить волосы с кастинг-крем-глосс от L'Oréal Paris? Обязательно проведите тест на склонность к аллергии за 48 часов до окрашивания. Перед покраской волосы намочите, но не мойте. После тщательно отожмите. Это обеспечит интенсивность и однородность цвета ваших волос. В коробке вы найдете все, что нужно для окрашивания. Красящий крем, проявляющий молочко, бальзам «Питание и блеск», пара защитных перчаток для окрашивания и инструкция по применению. Внимательно прочитайте инструкцию перед окрашиванием. Откройте крышку флакона с проявляющим молочком. Выдавите все содержимое тюбика с красящим кремом во флакон с проявляющим молочком. Тщательно закройте и энергично сболтайте до получения однородной смеси. Если ваши волосы уже были окрашены менее 3 месяцев назад, нанесите смесь на корни и оставьте на 15 минут для воздействия. Краску наносить просто и приятно, так как текстура крема не течет и не растекается. После нанесения оставьте на 15 минут. Через 15 минут распределите оставшуюся смесь на всю длину волос и кончики. Тщательно помассируйте волосы для лучшего впитывания и равномерного распределения смеси. И оставьте еще на 5 минут для воздействия. Смывайте краску большим количеством воды, пока она не станет прозрачной. После окрашивания нанесите обильное количество специального бальзама «Питание и блеск» на всю длину волос от корней до кончиков. Он восстановит волосы, делая их более гладкими и сияющими. Оставьте его на 2 минуты для воздействия и смойте. Результат – насыщенный цвет, полный сияющих переливов. Волосы сияющие-сияющие и невероятно мягкие на ощупь. Меняйтесь легкостью с кастинг-крем-глосс от L'Oréal Paris.